Лучшие педагоги Алтайского края получат по 50 тысяч рублей ко дню учителя. В регионе подвели итоги конкурса лучших работников сферы. В числе награжденных 60 человек. Среди них – учителя начальных классов, социальные педагоги, психологи, воспитатели и молодые специалисты. Больше всего наград завоевали педагоги из Барнаула. Напомним, впервые конкурс проводился в 2007 году. Сейчас он традиционный. Его участникам необходимо представить собственные проекты и образовательные программы. Кроме того, учитывают личный вклад учителей в развитие системы образования. –